Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Звук «Г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Представителям этого имени следует по возможности носить одежду из блестящих тканей. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Иногда владелец этого имени – это творческая личность, устремленная в будущее. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Упрямство и завышенная самооценка мешает обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Звук «В» указывает, что обладатель имени изобретательно пользуется коммуникабельностью и внутренним единением с природой. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. У этого имени определяют такие индивидуальные характеристики, как смелость, выдержка, целеустремленность, в крайних случаях необоснованный риск и необузданный темперамент. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Владельцы этого имени зачастую в любви непостоянны и капризны, требуют повышенного внимания к своей персоне. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Наилучшее время для завершения или начинания любых сделок, а также для подписания договоров и контрактов для этого имени – это среда и пятница. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.